22 число. Мы начинаем восхождение на Каю с нашего лагеря, разбитого в саду. Внизу деревня Белая Скала. Вот такая вот первичная панорама открывается. Погода хорошая, но очень ветрено. Идти тяжеловато. Каи. Сейчас идем к ее наивысшей точке, к уступу. Наверху горы такая идет грунтовка к самому краю. А само вот это плато Кая сверху выглядит вот такой вот равниной с невысокой уже желтой осенней травкой. По сути, обычное поле, равнинка такая, заканчивающаяся огромным красивейшим обрывом вниз, скальной стенкой.